Нет, съемочная группа программы «Налегке» не участвует, но подсматривает за первым поцелуйным марафоном в Беларуси. Советуем вам не переключаться и вместе с нами узнать пару, которая заработала на путешествие на Средиземное море самым долгим и креативным поцелуем. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что сегодня здесь происходит. Мы сегодня решили стать организатором первого белорусского поцелуйного марафона. Почему нет? Близится День Святого Валентина. И хочется... Кстати, да, но есть, да, какая-то история. Мы вообще, в принципе, не первые в мире, да? Потому что вы на какой-то марафон уже равнялись. В основном были флешмобы и были забеги на длительность, да, у нас немножко другая история, у нас на качество больше ориентация идет, потому что решили, кроме того, что мы обозначили дистанцию, в этом году это 60 минут, возможно, в следующем году мы замахнемся на 90 минут, посмотрим, как будут чувствовать себя участники в этом забеге. Мы решили добавить креативную составляющую, потому что сами любим творчество, сами в креативе, поэтому приветствуем это и видим, что наши клиенты легко вовлекаются в такие истории и тоже хотят подарить частичку своего творчества, если не нам, то окружающему миру. Вы пригласили, да, заместителя начальника ЗАГСа, врачи есть. То есть, если кому-то станет плохо или кто-то захочет во время поцелуя сделать предложение, в общем-то, вы подготовились. Подготовились, да, однозначно. А расскажите мне, ну, приз же должен быть какой-то. Помимо вообще атмосферы любви всеобщей, которая здесь царит, должен быть какой-то суперприз, я знаю. Суперприз. В этом году пара, победитель, поедет на остров Джерба. Вылет из Минска, система все включено, 4-звездочный отель, 10 дней, белоснежные пляжи, розовые фламинго, финиковые пальмы, лазурное ласковое море, ну все, чем можно просто... Сейчас говорите, я жалею о том, что у меня не было с кем пойти в это поцеловаться. Еще не поздно, давайте посмотрим, еще осталось буквально 13 минут, еще можно... Только надо будет пойти быстренько по нескольким этажам пробежать и найти... История сведет с ума не только половинку, которую вы привлечете, но и жюри. Женат. Дети есть? Есть, двое. Знаю, что вы здесь сегодня участвуете? Да, один тут присутствует. Хорошо, есть какой-то секрет, как процеловаться целый час и не убить друг друга? Как целоваться 22 года и не поубивать? Как целоваться 22 года? Ну, любить прежде всего себя, друг друга. А как вот сегодня, вот пройдет час, потом расскажем, да. Как? Ну, в вашей паре главная жена, я так понимаю, да? Нет. Ну, хорошо. Чем будете удивлять? Потому что есть тут какие-то условия, да, что нужно плясать, делать сальто и все остальное. Я думаю, что это будет не во время поцелуев, а там уже, ну, конкурсы и бывают разные. Ну, будем ориентироваться по ходу. Ну, нацелены на победу. Нацелены, но, в принципе, приехали просто прикольно провести время. Желаем вам удачи. Мы тут узнавали у ребят, правда ли, что любовь живет 3 года. Как сохранить вот это чувство любви, страсти друг к другу на протяжении больше, чем 3 года? Когда человеком движет страсть, он просто плывет в потоке эмоций, в потоке энергии, которой он не управляет, и он, в общем-то, ничего не должен делать. Это бесплатно. Но уже когда начинается семейная жизнь, то нужно подключать сознание, волю и знания. И целенаправленно поддерживать отношения. И чтобы они поддерживали, нужно понимать потребности друг друга. Одна из этих потребностей очень важна. Это потребность в близости, потребность в общении, в интимности, потребность во впечатлениях, потребность в эротике. И эти потребности нужно... По истечении 3 лет целенаправленно возрождать и поддерживать в себе. Поэтому... У нас бесплатная, кстати, консультация психолога. Я думаю, что очень многие сохранили, да, какие-то... Слушайте, ну, вы будете в жюри, да? Да. Чем будете руководствоваться, когда будете оценивать поцелуй? Своими чувствами и интуицией. Ну, в настоящем моменте. Ну, понятно, спасибо большое.
ребят, рассказывайте свою историю. 4,5 года тренировок. Сколько мы уже? 7 лет уже вместе. 7 лет? Познакомились в университете медицинском. Медицинском университете? Врачи. Какие? Ну, я уже врач-терапевт. В какой поликлинике? Работаю в Полоцке, в больнице. Все, мы приедем. Свой врач – это всегда важно. 6 лет вместе. В ординатуре учится. Она тоже на... Какой доктор? Я сейчас еще делаю интернатуру еще. Как вы в профессии? Через год я буду брать хирургию. Хирург. Общие практики, да, это тоже очень полезно. Записываем. Терапевты, врачи, общие практики. Как решились участвовать в конкурсе? Ну, мы просто пришли в торговый центр, спросили, что за... То есть не готовились заранее? Нет. Ну, у нас спросили, будете участвовать, мы пошли. Слушайте, ну вы отчаянные. А представляете, выиграть? А знаете, какой приз? Ну, путешествие сказали, да. Все ясно. Мы желаем вам удачи. Идите, готовьтесь, удачи. Женя, добрый день. Здравствуйте. Вы заместитель начальника ЗАГСа. Да. Я тут уже поинтересовалась своим вопросом, да? Расскажите, пожалуйста, сейчас есть статистика, да, что очень люди очень много разводятся. Давайте мы как-то развеем этот миф и расскажем, что и женится тоже очень много. Конечно, это миф. Разводится, я даже и не знаю, сколько. Говорят, что прям чуть ли не 50 на 50. Нет, это неправда. Статистику такую невозможно определить. Я бы сказала все-таки, что количество свадеб стало больше. И с каждым годом, сейчас 2020 такой прекрасный, хоть он и високосный, но уже за первый месяц, за январь, красивая дата, за январь, у нас уже очень большое количество молодых пар стали счастливыми. Ну, а есть, да, вот работает этот стереотип, что люди выбирают дату и приходят в какую-то очень красивую дату, большее количество заявлений. Да, он все-таки существует, конечно. И 2.02.2020, и вот будет 20.02.2020. И вы знаете... И остаются такие даты, как 14 февраля. В любом случае, от них никуда молодые люди. Ходят, да, приходят? Конечно, тем более в этом году 14 февраля выпадает пятница. Вместе 3,5 года вместе. Хорошо, вот эта вот история о том, что любовь живет 3 года, ерунда? Ерунда. Она наоборот развивается с каждым годом, потому что мы познакомились в 16-м году, в 17-м году мы расписались, в 18-м мы сделали свадьбу. Вот. Я с Днепропетровска родом. Я из Украины, да. Он в течение года ездил ко мне много раз, встречались, был просто. У вас, смотрите, курортные романы расстояния. В общем, все вместе. Да, все вместе. Мы очень-очень много общались онлайн. И я каждый раз его ждала. С рушником, с хлебом, с солью я его встречала. Да, он ехал ко мне, летел прямо на крыльях любви. Да. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сексолог? Я сексолог. Что делает сексолог? Я психолог-сексолог. Я работаю со всеми психологическими проблемами и с сексуальными в том числе. Показывайте, что оценивали. Вот у вас какие-то надписи, вы что-то... Как я вы оценивали? Оценивала по такому критерию, насколько... пары были подготовлены. Ну вот, например, да, вот пара рисует. Да, насколько она подготовлена? Она подготовилась к конкурсу, принесла принадлежности различные и сейчас максимально креативно целуется. Не забывая поцелуя. Не забывая, да, не расставаясь с губами своего партнера. Многие просто, просто пришли потанцевать, тоже танцуют, но... Я считаю, что в этом меньше креативности, так может сделать абсолютно любой и каждый. Вот, да, вот ребята отпочковались, отошли и просто вот красиво друг друга поглаживают. Да. Так,
рассказывайте, куда едете? Я просто не знаю, где этот остров. Нам сказали, где этот остров. В Тунисе где-то, да? Неважно. Да, нам вообще не важно. Особенно детей, если дома оставить. Это вообще счастье. Не было отдыха, поэтому это просто песня. Это заслуженно. Я считаю, что победить в марафоне поцелуев и еще за это выиграть поездку, это вообще соревнование мечты. Я действительно и получил удовольствие еще вдвойне, потому что отправишься с любимой половинкой на море отдыхать. Хорошо, и последний рецепт. Расскажите, как после 17 лет совместной жизни, троих детей, да, которых нужно в школу, в садик, да, накормить, напоить, как вот так же с любовью и страстно целоваться? Я когда писала заявку, чтобы участвовать в этом конкурсе, я написала, почему мы должны участвовать. Потому что у нас трое детей, дома целоваться некогда, дайте поцеловаться хоть на людях. Понятно. Есть рецепт? Ну, в общем-то, жена все правильно сказала. Дома большая семья, поэтому хоть... Поэтому лучше на глазах у минчан, правда? Пускай дети учатся. Точно, все, спасибо вам большое. Вся планета отмечает сегодня День всех влюбленных. 14 февраля – время признаваться в любви дорогим людям и дарить им подарки. И некоторые знают, как удивить свою вторую половинку. Мы подобрали пятерку самых необычных подарков, которые можно сделать на День Святого Валентина. Чаще всего мужчины не парятся и дарят женщинам их любимые цветы – розы, мимозы, тюльпаны, орхидеи или венерину мухоловку для любительниц поострее. Но некоторые мужчины более проницательны, и они прекрасно знают, что их женщина тоже любит покушать. На помощь приходит колбаса. Магазин Olympia Provisions собирает всевозможные виды салями, итальянские колбасы, немецкие колбаски, французское, испанское, греческое мясо и даже собственную фирменную шоколадную колбасу в непревзойденный букет. Такое ваша половинка не забудет как минимум 2 недели, да и вы тоже. Говорят, лучший подарок, сделанный своими руками. Но на дворе 21 век, и сегодня можно сделать подарок из частички себя. Дизайнер из Австралии Полли Вандерглас создает украшения из человеческих зубов, волос и даже ногтей. И тем, кто принес свой материал, Полли делает 10% скидку. Тем не менее, такое колечко с зубом обойдется вам недешево. Но вы представьте, каково будет удивление вашей второй половинки. Рискнули бы пойти к стоматологу ради такого? Зоопарк Бронкса придумал отличную метафору любви. Сотрудники заведения сравнили великое чувство с тараканами, которых можно поймать, убить, но при этом многие их боятся. И специально ко Дню всех влюбленных предлагают назвать одного из мадагаскарских тараканов, которые обитают в зоопарке, именем своего любимого человека всего за $10. Странно? Зато у вас на полке будет стоять сертификат с именем и фотографией вашего именного питомца. Но это если вы не пожалеете еще $25. А вот Центральный парк Нью-Йорка представляет возможность подарить своей возлюбленной или возлюбленному целую клумбу с тюльпанами. Удобно, ведь их не нужно будет нести домой, ставить в вазу и даже поливать. Они будут радовать глаз прямо на улице, в своей естественной среде обитания. Всего за $50 вы сможете высадить указанные виды тюльпанов посреди одного из самых красивых парков в мире. Романтика! Но не стоит забывать, что на дворе век технологий. Например, сегодня фотографировать могут не только телефоны, но и тостер. Американская компания Burnt Impressions выпустила тостер, который выпечет портрет вашего любимого человека на хлебе. Заказываете тостер, отправляете фото, и вуаля! Теперь вы можете съедать селфи-тосты вашей второй половинки с джемом на завтрак. Лев. Прекратите быть хозяином отношений. Дайте второй половинке побыть во главе вашего тандема. Сделайте праздник таким, каким его хочет видеть ваш любимый. Дева.
Не допустите, чтобы 14 февраля был одним из тех дней непонимания, что были в вашей жизни. Уступайте друг другу сегодня и радуйте. Это лишь скрепит ваши отношения. Весы. В этот день звезды обещают вам исполнение ваших любовных желаний. Не мешайте сегодня мечтам сбываться и спланируйте праздник заранее. Скорпион. Помните, что отказ от компромиссов может привести к плохим последствиям в отношениях. В этот день звезды советуют наладить ваши отношения с близким человеком. Всем привет! Съемочная группа программы «Налегке» приехала на открытие международного фестиваля «Voca Smart Cinema», который в этом году стартует в 9-й раз под слоганом «Сезон необычных историй». Мы поболтали с его организаторами и членами жюри о том, чем будут удивлять в этом году, и возможными гостями, среди которых, кстати, Киану Ривз. Не переключайтесь, ведь у вас тоже есть возможность оказаться в списке режиссеров. Заявки принимаются с 5 февраля по 21 марта. Году у нас 9-й юбилейный фестиваль. В этом году он уже из формата Welcome Smart Film преобразовался в Voca Smart Film. Ну и, наверное, это вполне логическая эволюция фестиваля, потому что мобильные телефоны теперь становятся не только средством для того, чтобы снимать контент, но и средством для того, чтобы его можно было посмотреть. Поэтому 9-й фестиваль предюбилейный, уверен, что не последний. Наверное, самый большой секрет мы открыли в этом году. Мы уже устали что-то придумывать, поэтому решили сделать сезон необычных историй, не ставить никаких рамок, не ставить никаких ограничений для того, чтобы начинающие режиссеры, а также участники фестиваля смогли просто на свой страх и риск, на свой суд выбрать то, что им было бы интересно показать. Поэтому, наверное, мы уже где-то в какой-то степени, наверное, исчерпали свою фантазию, поэтому решили дать возможность самым необычным историям. Но, безусловно, это больше шутка. На самом деле, мне кажется, что намного сложнее сделать что-то необычное, потому что, когда есть четкие рамки, режиссер понимает, что нужно снимать, в каком формате. Мы же в данном случае решили действительно сделать те необычные истории, которые для кого-то кажутся обычными, а также это обычная история, которая может быть необычная для других людей. И вот после того, как он стал известным, в деревню стали заходить и спрашивать, где он жил. И вот наш умелец даже табличку сделал. Джордани, Киана, Джон, Нео, приезжай домой, мы тебя любим и ждем. Конечно, я уже достаточно такой матерый волк в этом смысле. Имел возможность оценивать разные работы. И надо сказать, что этот фестиваль действительно поражает не только количеством отобранных работ, но и вместе с тем разнообразием интересных почерков, интересных находок, творческих, авторских. И это касается не только создателей, не знаю, там, из какой-нибудь Франции или Бангладеш, но также и наших белорусских авторов. Вы знаете, ну, конечно, пока еще рано говорить, потому что фестиваль только стартовал, и работы
только начнут поступать в нашу копилку для того, чтобы их оценивать. Просто можно сказать, что ожидания в первую очередь, может быть, они не являются какими-то совершенно уж новыми. Это ожидания талантов, ожидания увидеть кино, которое действительно отражает ту реальность, действительность, в которой мы живем. И, как мне кажется, здесь важны не только вот такие технические ухищрения, но и важен вот именно сам голос художника. Раз, добрый день. Здравствуйте. В этом году у вас первый, да, год? Скорее второй, а если считать с народным жюри, даже третий. Ну, с народным, да, профессиональным жюри. Как тут сказали уже, по-взрослому. Ну да, все по-взрослому, действительно. Будем смотреть и отсматривать, много работать на самом деле. Нет же разницы, да, народное жюри, профессиональное жюри, или это как-то обязывает? Что, конечно, есть. Потому что на народное жюри ты практически, ну, ничем не занят, за тебя смотрят зрители. Ты просто определяешь, просто подсчитываешь, как бы, кто кому больше понравилась та или иная картина, какой аудитории. Тут работа жюри связана еще с отбором, потому что мы отсматриваем эти все работы, там их приходит 300 штук, может быть, 400, да, и все нужно отсмотреть и выбрать ту совокупность картин, которая будет показана потом на фестивале и предложена в том числе народному жюри. То есть мы основной работой и выполняем. Ну, последний вопрос. Сезон необычных историй. Как думаете, про что будут фильмы чаще всего? Инопланетяне, как тут уже спрашивали, да, не знаю, какие-то... У меня даже нету вариантов. Необычное кино. Сезон необычных историй. О чем это? Я думаю, что это будет кино о нас. Поскольку, если вы не заметили, там необычные истории поставлены в кавычечки. Это неспроста. Здесь сделана, да, такая лингвистическая уловка, чтобы показать, что все-таки будет, скорее всего, кино не про инопланетян, а все-таки про Беларусь, про наши проблемы, может быть, какие-то интимные вещи, про жизнь. Такое кино в целом всегда находит отклик, потому что оно не про кого-то, не про россиян, не про американцев, а про нас. И как бы это такое кино интересно смотреть.